Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Clash of Clans. Так, завершенные улучшения. Потайная Тесла плюс башня лучников. Так, у меня эликсира дофигище просто. Но тратить я его смогу только через полтора часа. А на исследование, если... если заглянуть, мы можем с тобой... ну давай, наверное, я... поставлю улучшаться наших дракончиков. Так, пойдем теперь посмотрим на основную нашу базу. Так, два работяги у меня свободны из трех. Два работяги свободны. Так, у нас получилось, вождь. Мы попали в военные лиги. Здесь мы наконец можем доказать, что наш клан достоин зваться одним из лучших. Давайте начнем готовиться, и я помогу в этом. Сначала нам придется сражаться в войнах одной за другой. Можно переходить от одной войны к другой при помощи кнопок внизу. Не забывайте заранее жертвовать войско для следующего дня, вождь. Чтобы выиграть, нам нужно собирать больше звезд, чем противнику. Каждый участник клана может атаковать лишь раз, так что постарайтесь использовать свой шанс по полной. А теперь посмотрим, что происходит в большом масштабе. Коснитесь кнопки ниже. А здесь можно увидеть позиции своего и остальных кланов. Клан, собравший в итоге больше звезд, станет победителем во всей лиге. И если мы победим, то сможем перейти в более высокую лигу. Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать больше. Думаю, теперь мы готовы. Что такое неделя сражений? В начале каждой недели сражений ваш клан попадает в группу с семью другими кланами, уровень лиги которых соответствует вашему. А в течение следующих 7 дней вы будете сражаться с каждым из этих 7 кланов, чтобы выявить сильнейшего в группе. Хорошо показавшие себя кланы перейдут в лигу уровнем выше, а худшие кланы отправятся в лигу ниже уровнем. Каждая неделя сражений начинается с дня подготовки к первому дню войны. В ходе дня подготовки можно выбирать участников следующей волны из числа желающих. Спустя 24 часа начнется первый день войны и одновременно подготовка к следующему дню войны. Так, набор очков в таблице лидеров. Как распределяются места в таблице лидеров? Вы можете узнать, какое место среди 8 кланов вашей группы занимает ваш клан, посмотрев таблицу лидеров. Положение вашего клана в таблице лидеров зависит от ваших успехов во время недели сражений и определяется количеством заработанных звезд. За каждую выигранную войну ваш клан получает 10 дополнительных звезд. Чем больше звезд вы зарабатываете, тем выше будет место, занимаемое вашим кланом. Результаты и награды. Размер награды, которую вы можете получить, зависит от уровня лиги вашего клана. И места клана в группе к концу сезона вы получите по крайней мере 20% от максимального размера награды, а каждая заработанная звезда добавит еще 10%. Заработав 8 или более звезд, вы получите награду в полном объеме. О, и еще одна важная вещь. За звезды победы мы получим медали лиги. Их можно использовать для покупки разных полезных предметов. Когда будете готовы, можете перейти в магазин и потратить их. Первый день. Война. Подготовка. Блин. Подожди, подожди, я что-то не понял. Первый день. Война. А, первая война. Вторая, третья. 7 войн будет. Так, Бучелати, Вин Дизель, Серега, Факинг Шестер, 777, Роберт Шоврк, Никитус, Ванька, Атом, Ночной Страж, Мармок, Глеб, Сони, Саня Про, Пираний, Костян. То есть тут что у нас? Ёпрсты. А я где? Подожди. Как ты? А я не... я что, не участвую, что ли? Выберите участников войны. Понятно. Я вам... ну, может быть, оно и к лучшему, я слабенький еще. Значит, короче, они будут сражаться, я так понимаю, с одинаковым уровнем. То есть каждый боец приблизительно с одинаковым уровнем. Ладно, я посмотрю, что там будет происходить. Мне лично очень интересно.
Так, хорош. Здесь мы посмотрели. Тут разнесли. Ну, тут разносят ребята за счет вот этих вот охламонов несчастных. Я пока к этому делу не спешу. Я решил тут все покачать. Хотя, я могу, ребята, улучшить. Рекомендуемые улучшения. Подожди, а у меня что, костер где-то не улучшен? Сколько? 12 часов будет улучшаться. Блин, почему здесь горит знак? А, через 12 часов это день подготовки. А вот наш клан, ребята. Посмотрим, что мы из себя представляем, ребят. Так, одного, значит, я уже запрек на постройку. Что там нужно еще для улучшения? Ага. Ну, это я улучшил. Короля варваров нужно улучшать. 6 часов. 6 часов он будет улучшаться. Твою налево, а? А, его до 10 уровня, что ли, нужно прокачать? Вы серьезно? Так он у меня как? Он у меня, по-моему, только второго уровня будет, блин. Ай, рейд тупанул. Ладно, друзья, фиг с ним. Тренировка войск. Так, ну у меня войска все есть. Давай попробуем, ребята. Кстати, я, знаете, что хотел? Здесь вот. Хотя, с другой стороны, нафиг мне сейчас делать, если у меня все завалено. Нет смысла, ребята, сейчас проходить как-нибудь события, потому что денег дофига. Что у нас там быстрее? Так, тут 11 часов, тут 6 часов. А что еще? Что они еще делают? А, вот. И тут еще 8 часов. Ускорить. Таинственный предмет. Что такое? Играть. Время рева... Что такое играть? Коснитесь или нажмите, удерживайте, чтобы развернуть войска. Блин, мне дали такие персонажи. Ну ладно, я знаю, что король варваров делает. А остальные-то что делают, я хрен узнает. И с какой стороны лучше напасть? Это эликсир заморозки у нас, да, получается? Это эликсир неистовства. Мячики лежат. Ну давай, блин, для проверки, я не знаю. Один тут этот. Что ты так хоть делаешь? Футбольный мяч какой-то. Не пойму пока, ребят. Что?
Ах, Тесла. Фига тут бомбят. Ну вы уничтожите хоть что-нибудь-то, блин. Ага, лучше сухиляет-то. Ну, под хилами-то, конечно, лучше тут наяривать, будь здоров. Отдуплилось. Но мы не успеем, ребят, по времени. Лежит тут, блин. Хотя скорость атаки у него, конечно, офигеть какая. Рэй, а раньше ты не мог его вызвать? Все. И что это было и для чего такой? Получить. А-а-а, вот оно что. Можно сыграть через 22 часа. Лопата. Лопата для препятствий. Руда. Так, зелье изучения. Призовой кубок. Статуя Холла. Ребята, кто такой Холл? Кто вот это такой? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кто это? Что это за парень? Футболист или лучший игрок? Я не знаю, блин. Clash of Clans. Почему его так тут выставили? Так, что у нас там еще? Ну вот это прикольно они, конечно, придумали. Я единственное, что не понял, там можно было перчатку активировать или мяч на короле варваров. Такс. 6-8 часов. Это получается вечером зайти в игру. У меня как раз два бойца. Ой, два работяги освободятся, и я смогу еще что-нибудь прокачать. Я так понимаю, надо казну, наверное, улучшать. Но чтобы это улучшить, нам нужно прокачивать базу нашу. 3 ляма стоит. Но улучшить базу. Ну а пока. Подожди секунду. Подожди. Так, у нас долина колдунов первого уровня. Что-то вообще нехорошо, ребят. Почему-то мы ее не прокачиваем. А что у нас? Лагерь варваров идет на прокачку. Новый 5 уровень. Открыт элемент кланового дома. А если бы это как-то влияло бы? Элементы вот эти вот кланового дома. 9000. Это что такое? Казармы суперварваров. А чтобы, например, вот это открыть? А, столичная ратуша 6 уровня должна быть. Так, ребята, а почему бы нам не прокачать столичную ратушу до 6 уровня? Или нам надо прокачать вначале всю, чтобы переходить? Напишите мне об этом тоже в комментах. Пушка какого-то фига здесь стоит. Этот тоже здесь стоит. Так, и лучница здесь стоит. Блин, мне ее поставить-то некуда. Надо переделать тут все на базе. Если честно. Потому что все стоит в непопад. Так, сместить сюда.
Да в плане ты не умещаешься. Пушка тебе что ли там мешает? Ну да, по ходу дела. По ходу дела пушка мешает. А мне ее... Если только вот так... Вот так сделать. А где у меня? Так, элик сюда поставим. Добычу. Этот пускай здесь стоит. Слушай, ребята, а эти мечи удалять надо вообще или нет? Что, они у меня тут разбросаны везде. Так, кто еще за бортом остался? Лучница. Издевательство, а. Давай, наверное, не знаю, гробики сюда поставить. Не надо мне вот это вот. Лучше так поставим. Что это мне дало? Я поставил сюда сбоку, блин. Пушечка. Да, надо как-то заняться редактированием. Все, ребята, сделать по уму. Как-то, блин, сумбурно все здесь... Наклепано. Как-то не в попад. Ладно, пускай пока все здесь стоит. Мне кажется, эти мячики просто удаляешь ради того, чтобы получить деньги. Больше они здесь ни для чего не нужны. Сколько у меня? 700? Подожди, сколько кристаллов-то у меня? Продано. Сияющая руда продана. 793 кристалла у меня. Еще немножко, ребята, и мы с вами купим еще одного работягу. Еще немножечко осталось. Ну, я не знаю, хотел тут, думал, побуянить. Побуянить-то почему-то и не получается у нас. Здесь нет смысла. Может быть, сюда в атаку пойти? Бук Амаха? Доступная добыча. Гоблиноград. Тут вообще по нолям. Стальные стены. Ну и нафиг сюда пошел, блин. Видишь, фигово то, что, ребята, если ты не тратишь войско, оно все равно, ребята, пропадает. Да, 3 звезды, великолепно. Потратил такую кучу войск. Ради чего? Ради чего, вот скажи мне.
ради каких-то гоблинов несчастных. И вот это вот интересно, ребята. А что будет, когда ты соберешь все 270 звезд? Что это тебе даст? Напишите тоже в комментариях, что будет. Ну, соберу я звезды или это просто так? Сюда нету. Тут у нас еще тренировка. Тренировку тоже, кстати, надо проходить. На 3 звезды. Ладно, пока деньги не нужны, ребята, мне. Потому что и так все забито. Все склады. Я думаю, немножечко попозже этим заняться. И я хотел, знаете, что глянуть? Чистку. Чистку клана, ребят. Смотрим, кто был давно. 2 дня назад. Неделю назад. Еще день, и придется его убрать. 2 недели назад. Куда ты кликнул, Рэй? Две недели назад. Так, смотрим дальше, что у нас там. 4 дня назад уже подходит к вылету. Так, в игре неделю назад. Так. Пять дней еще денек и полетит. Так, новичок. Новичка пока не трогаю. Так, Несс тоже еще день и вылетает. В игре недавно. Так, Викплей тоже. Леви 1 день осталось ему. Не появляется, вылетает. Больше недели нету, вылетает. На автомате. Единственное, что нам придется вот здесь, по-моему, изменить участников. Так, где Про? Про надо убирать. И вместо него ставить... Вот так вот. Потому что Про неизвестно, придет, не придет. Если он не придет, он не будет участвовать в битве, наверное. Я не знаю, или тут боты уже будут играть. Напишите тоже, ребята, об этом в комменте. Потому что я в лиге еще не участвовал и ничего сказать конкретного не могу. Так, ну что, ребята, вроде бы как все, пока. Вечером, может быть, еще серия выйдет. Уже что-нибудь поставим, потратим денег и уже будем набивать. Особенно вот эта вот деревушка меня интересует. Очень, конечно, она медленно, ребят, прокачивается. Очень медленно. Боевая машина, что вот, ну что это, ребята, а? Ну 70 хп и плюс 2 к атаке. И 12 часов будет улучшаться. Трэш. Нет, я не хочу купить, я просто смотрю. Так, и что тут у нас новое появляется? Так, жаровня. Исцеляющая хижина. Лагерь подкрепления. Да, конечно, хотелось бы. Блин, ну вот как вот здесь вот работягу приобрести? Еще одного, а, ребят? Никто не знает. Как его тут приобрести? Одного очень мало, одного. Прям вообще мало. О, Орион пришел. Вот, и это. Да, нам нужно, скорее всего, дом строителя прокачивать до 6 уровня. Для этого нам надо 200 монет. Ну что, есть стимул, друзья мои, копить. А на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.